Будешь искать карту? Настасейка скоро уходит в школу, так что давай уже. Где карта? Ищи карту. Так, это балкон. Это спальня. Да? Да. Вся наша квартира. Анастасия начертила карту квартиры. Будет сейчас Саша бежать. Ой, она разрезанная. Как разрезанная? Это просто квартира начерчена. А куда идти? Вон там по рисунку. Двигай. Давай. Она разрезанная, да? А где вторая часть? Вот, смотри, видишь, здесь все брызг. Все, давай, поехали. Настасичка, включи в коридоре свет, пожалуйста. Ты прошел, заяц, прошел. Прошел, нужно вот зайти, я так понимаю, вот сюда. Так это же кухня. Ну вот, смотри. Это твоя комната. Это разрезанная напополам, видишь? Заходи. Зашел. И что там? Ого, конфетки. Мои любимые. Стасия, другого места не было для конфет. Так, погнали дальше. Что там и дальше? Что там внутри шариков? Бабах сейчас. Давай бабах делаем. Там три. А здесь у нас, смотри, какая мама лепота. В конце. Ух ты. Бабах, бабах. Ты одевайся, Анастасия. Время поджимает. Время еще у меня. Ой, подожди, отойди. О, ой. Выходи с туалета. Выходи, заяц. Почему? Ну, выходи как бы. Так. Вот сюда. Ага. Давай. Лопаешь, да? Нужно все лопать? Там внутри все. Хорошо. Еще один конфет. Давай, следующий. Ай. Ой. Еще один конфет. Сейчас мусор приезжает. Маша,
Ой. Я думаю, так, у нас много. Есть цвет дня. Цвет дня есть. Зеленый. Зеленый. Так. Анастасия, пожалуйста, перестань тереть вот эти это, глаза. Иди умывайся. Вторая половинка, что ли? Это куда? Это вот так вот? Так. Так, совместили карту. Это ванная, как я понял. Это прихожая, а это моя комната. Правильно? Угу. Вот здесь, смотри, твоя комната. А это стол на кухне, ты что, не видишь? Да. Я написано все. Что ты кричишь? Так, отсюда. Анастасеечка. Отходи из кадра, если ты это. А, здесь еще один крестик где-то. Где? Давай положи сюда. Сюда клади. Так. Вот стол. Еще. Так, стол, крестик. Вот ты побежал. Стой, здесь еще один крестик. Вот, беги, знаешь, где это находится? Нет. Это Анастасия на комнате, что не видишь? Вот шкаф, вот ее кровать. А у карта там, где крестики? Саш, крестик, я так понимаю, что вот здесь. Я не знаю, а где? В смысле, где? А где? А, ну ладно. И другие. Там еще было два крестика. Вот давай. Здесь. Они идут. А где? Ну подумай. Приди на карту, посмотри. Вот такие легкие. И там дорогой. От кровати. Ой, это что? Крестик. Ну? Это считается с Анастасикой или другие нет? Другие еще, не понять. Тут еще есть. Саша, еще смотри по крестикам. А это тебе еще пригодится. Ну, все. Потом здесь еще где-то крестик. Иди посмотри. Ну, так там было нарисовано три цвета. Ну, точнее, три этих цвета. И здесь какая-то еще штучка была. И крестик. Давай карту посмотрим. Ну, вот, вот мы нашли. Тут вот мы нашли. А вот еще стеллаж. Крестик. Вот. Ищи. Стеллаж. По всему стеллажу, может быть. По всему прямо. Ой, Н. А, это буквы. Н и Х. Тут их нужно туда вставлять или что? Х, Н. Дальше. Тут Х. Куда побежали? Так, дальше. А вот еще, видишь? А, давай, вон, смотри, вон я уже вижу. Давай. Есть. И еще где? На соседей карту покажи. Карту. Карту покажи. И вот еще, смотри, вот здесь. И вот здесь где-то. Под цветком, наверное. Под бумажками. Не трогайте мои бумажки. Ну, ты сама нас вынудила. Не вынуждала, я вот отсюда возьму. Надо нам устроить такие поиски с утра. Люди не выспались. Дальше куда? Комнату к тебе. Ты ж карту смотришь. А так у меня... Что там на кухне, зайчик? Подожди, так ты ж не составишь.
составил это из букв. Из букв не составил. Это... Там еще одна буква К, но она где-то потерялась, наверное. Это ку... Кухня. Хыня, да, кухня. Так, и что? Что на кухне? У нас... У меня чулбречек почему-то и там есть. Так. Что тут? Что тут? Что тут надо искать? Смотри, на столе. На столе здесь. И что здесь? Ты украсила? Это не я украшала, это мама украсила. Идем в секретную комнату. Так, что ты здесь должен был взять, Анастасия? Ничего. Ничего. Смотри, значит, мы идем... После этого мы идем в какую-то секретную комнату. В Сашину только непонятно. Ну смотри, здесь был раздел Сашина и твоя. Так, ну пошли в мою, значит, да? А что здесь? А тут Буся лежала. Ну нету Буси. А, тут Буся лежала. А вот... Так что, зайчик, нужно было найти? Бусю. Бусю? Так Бусю надо было держать в руках, самый главный презент. Под девизом зеленый цвет у нас все, да? Может, и ты будешь зеленым человечком? Ну, у тебя есть что-то зеленое? Да. Так подумаешь, приходи в зеленом на завтрак, да? Окей. Давай. Вот сюда. Так. Класс. А потом ты еще вот так вот делаешь. Да, ножки ставь. И попу поднимай. Вот так. Раз. Умничка. У меня все конфетки попадали. Только ты как-то далеко, мне кажется, находишься. Потому что там пресс прям очень сразу чувствуется. Вот такой завтрак у него. Сырнички с персиками. В общем, отдых удался. Да, зайчик? Конфетки. Да. Все, кушай. Ну что, 10 лет нам? Да. Такой у нас. У нас сегодня цвет зеленый. Все в зеленом. И елка в зеленом, да. А еще в колорита. В колорита еще пойдем. Ага. Да, класс. На день рождения, да? Ага. Цвет у нас сегодня зелененький. На свой день рождения я решил себя побаловать и захотел поесть суши и пиццу. И поэтому я с семьей пошел в сити-центр в Помодоро. Так, готов? Так будет?